Добрый день. Две ночи ночевали в бунгало на берегу моря в Турции, недалеко от Мерсина. Остались бы, может быть, и еще подольше, но тут проблема со светом. Один день не было его с утра до полпервого дня, а второй день с утра и до тех пор, пока не уехали, а там не знаю. Красота! Вид с балкона обалдеть! Хороший балкон. В летнее время, наверное, здесь очень хорошо. А тут дождь пошел, такой ливень. А люди купаются. А тут немножко дождик перестал, но все равно пасмурно. Я так и не ходил купаться. Первый обед в бунгало на фоне моря. Сижу и ем, и смотрю на море. Вот такая вкуснятина, наготовили всего, чего тут только нет. Иногда и сами готовим, чтобы не ходить по ресторанам и кафешкам. Вкусно получилось и горячее. Покушали, еще раз посмотрим на море и в дальний путь дорогу через Аланию в сторону Сиде. Там надо будет тоже побывать. Вот так, пока.